Прохождение медосмотра – это зачастую много проблем и ожидания в очереди. Запись к врачу, к счастью, сейчас можно сделать по одному звонку. Но пенсионеру Алексею Белощеку это не помогает. Я прохожу диализ, биоси, там все нормально. Но возникли проблемы, которые, значит, должны решаться врачами общей практики, то есть поликлиникой, в которой мы прописаны. А в какой поликлинике вот вы зарегистрированы? Что им? Алем Саулык. Диализ Алексей Белощук получает регулярно по направлению с инвалидностью первой группы. Бегать по больницам ему сложно. Поэтому пенсионер хочет, чтобы упростили механизм процесса записи и похода к врачам. Главное, это не только для меня, это для всех нужно. Чтобы администрирование было нормальным, а не таким образом. Дали направление, а потом приходишь, допустим, в любую поликлинику, там нужно еще сидеть и ждать, значит, 7 часов надо идти в регистратуру, получить какой-то номер, потом получить номер кабинета. Это что такое? Последние 4 года 82-летний пенсионер стоит на учете в медцентре Алем Саулык. Медики данного учреждения объяснили, что помимо должного лечения предлагали и услуги помощника. Как отметили в медучреждении, для пенсионера ведется индивидуальная запись к врачу и назначается время. Года 4 он уже у нас прикреплен. Он инвалид по первой группе по заболеванию почек на гемодиализе. Его состояние немножко утяжелело, но КТ, МРТ он просил, мы ему выписали по даммед, отвезли домой. Вот здесь он живет недалеко. Прошел он это все. Теперь очередь, он должен поехать к онкологу, в онкологию. Он поехал туда. Мы дали ему талон, номер с временем и фамилия врача, 207 кабинет. Он должен был туда попасть по этому направлению. В чем жалоба, я не знаю. По словам медиков, при необходимости в походе по врачам Алексея может сопровождать помощник. И еще пациенту обеспечит транспорт. Инватакси может ожидать пенсионера, пока он не пройдет обследование и процедуры. Тамирис Шумабаева, Жаслан Шубаев, программа «Факт».